Небольшая, но верная армия фанатов Асхата Жалгабая наконец-таки дождалась премьеры клипа «Алло». Презентовать новую работу певец решил в День всех влюбленных. В этом клипе любители кью-попа ждут много сюрпризов. О них мы и расскажем прямо сейчас. Летняя жара в зимний мороз. Так решил порадовать своих слушателей Асхат Жалгабай. В новом клипе на песню «Алло» певец одет в легкую одежду и отдыхает в бассейне вместе с веселой компанией. С виду кажется, что ему действительно жарко, но это отнюдь не так. На самом деле съемки проходили в прохладном аквапарке, и снимая несколько дублей подряд, Асхат немножко замерз. Съемки длились долго. Начались они в 9 вечера и закончились только утром. Большая часть съемочной группы уже отдыхала, а я все еще находился в холодной воде и работал. Известно, что ранее эту песню кью-поп-артист пел вместе со своим другом AZ из группы 91. Но на этот раз он не принял участие в работе, и поэтому рэп-партию исполнил сам Асхат. Изначально музыку и текст песни мы вместе с Азаматом написали. Но я немного переделал песню и рэп-партию исполнил сам в мелодичном стиле. Атмосфера осталась прежней, она летняя, поможет почувствовать тепло в холодные зимние дни. В главной роли я сам, а мою экранную возлюбленную сыграла девушка, прошедшая кастинг у нас. Песня не имеет отношения к моей личной жизни. В 2011-м, когда мы с AZ были еще подростками и не знали, что такое любовь, эту композицию мы написали, включив свою фантазию. Кстати говоря, у Асхата Жалгабая еще нет названия фандома, пока он временно называет своих слушателей AG Fans. Ну а если у кого-нибудь есть оригинальная идея, то певец открыт к предложениям. Гуляйна Аксункар, Руслан Хасанов, Headliner.